Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Калиников, и мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом электронной библиотечной системы Университетская библиотека онлайн. Сегодня мы поговорим с вами о том, как читать книжки в нашей электронной библиотечной системе. Для начала выберем одну из книжек, которая уже была сохранена среди последних книжек, которые я читал. Выберем вот эту вот книжку и попадаем в экран, где эта книжка описывается. Прежде чем начать читать эту книжку и познакомиться с особенностями книжного плеера или читалки, посмотрим, какую информацию мы можем извлечь и каким образом мы можем ей манипулировать на первом экране представления нашей книжки. Для начала мы видим, что книжка представляется своей обложкой и некоторым описанием, которое мы сейчас разберем. Хочу вам сказать, что я сейчас вошел в систему под студенческим аккаунтом, и чуть позже я и я расскажу, чем отличается данный функционал, если вы входите под аккаунтом преподавателя или библиотекаря. Итак, мы попали на страницу представления книжки. И теперь давайте посмотрим, что мы здесь видим. Во-первых, мы видим обложку и две кнопочки ⁇ читать ⁇ и кнопочка, которая может присутствовать, а может и нет, печатный экземпляр. Ну, на кнопочку «Читать» мы нажмем чуть позже. Давайте посмотрим, что происходит, если мы нажмем на кнопочку «Печатный экземпляр». При переходе по этой кнопке открывается интернет-магазин Direct Media. Вот открылась эта страничка. И мы видим, что та самая книжка, которую мы видели в электронной библиотечной системе, появилась здесь, в интернет-магазине. Ее можно скачать, заплатив какую-то сумму, либо можно попросить распечатать по технологии Print on Demand. Вот вы видите, есть такое изображение принтера, мы можем на него нажать и возникает окошко заказа печатной версии книжки, в которой вы можете выбрать количество экземпляров и появится сумма, которую необходимо заплатить. Выбор переплета, можно сделать виды доставки и так далее. Вот. И после этого эту книжку можно получить в печатном экземпляре, если это необходимо. Но мы продолжим знакомство с функционалом чтения книжки в университетской библиотеке онлайн и посмотрим, какие здесь еще доступны выборы, какие ссылочки есть, какие кнопочки и на что еще можно обратить внимание. Ну, во-первых, мы видим, что некоторые надписи здесь являются кликабельными, то есть являются ссылками. Прежде всего, кликабельной является фамилия автора. При нажатии на эту ссылочку получаем Список всех книг, которые есть в электронной библиотечной системе этого автора. И, соответственно, любую из этих книг можно выбрать и почитать. Сейчас мы это делать не будем. Ниже под названием книги мы видим список дисциплин, к которым приписана эта книжка. И, соответственно, любую из этих дисциплин мы можем тоже выбрать. Вот давайте попробуем выбрать дисциплину иностранный язык. Нажатие на эту ссылку вызывает поиск по данной дисциплине. Если мы нажмем кнопочку ⁇ Параметры поиска ⁇ мы видим, что в этом фильтре набрано название дисциплины иностранный язык. И ниже мы видим, что появилась информация о том, что найдено 888 изданий по этой дисциплине. Мы их также можем просмотреть и при необходимости приступить к чтению. Точно так же можно перейти по ссылке, которая представляет жанр. Ну вот в этом жанре хранится почти 10 тысяч различных наименований. Вернемся назад к нашей страничке. Следующая кликабельная ссылочка это название издательства. Соответственно, при нажатии на эту ссылку мы переходим на все книжки данного издательства. Ну, в данном случае это наше издательство. Издательство Direct Media. Мы сейчас увидим, что высветятся все издания, помещенные в ВБС нашего издательства. Ну, вот их здесь достаточно много. На первом экране показываются только некоторые из них. При необходимости можно пролистать дальше. Какие есть еще ссылочки и кнопочки? Ну, во-первых, есть ссылка соцсетей, в которых можно опубликовать информацию об этой книжке. Дальше есть возможность поставить оценку книжки. Ну, я думаю, что это имеет смысл сделать после того, как вы хотя бы частично прочли данную книжку. Есть еще одна возможность. Это занести данную книжку в избранное. Вот давайте попробуем это сделать. Нажимаем на, на эту кнопочку, вот вы видите, что плюсик сменился на минус. Это значит, что при последующем нажатии эту книжку из списка избранных пропадает. Ну, давайте еще раз нажмем на эту кнопку и посмотрим, где же эта книжка появилась. Для этого нам надо перейти по ссылочке «Моя библиотека». И вот мы видим, что по этой ссылочке есть список книг, которые вы читали последние, а также избранные книжки. А вот к избранным книжкам относится в данном случае вот эта книжка только, которую мы только что отметили. Когда вы читаете несколько книжек, очень удобно отбирать книжки при помощи этого механизма, чтобы в следующий раз было их легко найти. Вернемся к страничке представления книжки. И дальше посмотрим, что еще можно сделать. Ну, Во-первых, есть информация о кодах этой книги. ВСБН, УДК и ББК. Непосредственно для чтения эта информация не так необходима, но она может быть необходима для роли библиотекаря. Далее, у каждой книжки есть аннотация. Аннотация очень удобна для того, чтобы понять, стоит ли вам начинать чтение книжки или нет. Или по этой аннотации уже видно, что книжка не та, и надо выбрать какую-то другую книжку. Есть содержание. Содержанием очень удобно пользоваться. Если вам сразу надо перейти на какую-то страницу, не первую, то можно вместо того, чтобы нажать на кнопочку ⁇ Читать ⁇ перейти сразу на какую-то страничку. Но мы сейчас не будем это делать. И в некоторых книжках, не во всех книжках, правда, есть вот такая опция, как список литературы. Список литературы ⁇ это список той литературы, которая есть в этом конкретном издании. Это очень удобная опция, особенно когда вам надо что-то процитировать. Вы пишете какой-то труд, учебный или научный. И вам надо процитировать не только данное издание, но и какие-то другие издания, статьи и так далее. Тогда вы просто копируете отсюда то, что считаете нужным. Ну и, конечно, для цитирования очень важна вот эта вот кнопочка, которая называется ⁇ Библиографическое описание ⁇ Библиографическое описание используется тогда, когда данное издание вы будете использовать в своей работе и на него надо сослаться. Причем сослаться надо грамотно с использованием всех правил библиографического описания, которые, кстати, закреплены в особых ГОСТах. Так вот, в этом случае вы просто вот берете и Переносите копи-пейстом данную информацию в ваш список литературы или список источников в вашей работе. Это очень удобная опция, и ей очень удобно пользоваться. Давайте, прежде чем перейти к чтению, я вам покажу, какие дополнительные опции появляются, если вы входите не в режиме. Студента, а в режиме преподавателя или в режиме библиотекаря. Для этого я загружу эту страничку в другом аккаунте. Итак, теперь я вошел в аккаунт преподавателя и посмотрим, чем отличается страничка представления книжки от аккаунта студента. Промотаем вниз нашу страничку. И мы видим, что вместо одной кнопочки библиографическое описание, которое осталась прежней. Появились еще две кнопочки. Это описание в RusMark и поместить в. Описание в Русмарк формирует файлы, которые можно загружать в автоматизированную библиотечную систему. Не будем сейчас это делать. Это достаточно специфическое занятие. Ну, а вот кнопочка «Поместить в», она позволяет управлять появлением этой книжки в определенных разделах электронной библиотечной системы. Ну, например, первое, что можно сделать, это поместить в учебную программу. Давайте сделаем это. Появляется окошко, которое предлагает нам либо создать новую программу, либо, либо выбрать из каких-то программ. Ну, давайте выберем какое-нибудь тестовое название, например. Да? Вот, подтверждаем. И теперь давайте разберемся, где эта книжка появится. Для этого нам снова надо перейти в наш профиль, вот сюда. И вот здесь вот выбираем «Мой ВУЗ» вкладочку. Здесь появляется информация о ВУЗе. И в информации о ВУЗе есть список преподавателей. В списке преподавателей выбираем тот аккаунт, под которым мы вошли. Ну и здесь есть все учебные программы, которые мы создали. В данном случае это тестовое название. И переходим по ссылке Рекомендуемые материалы. Раскрылся список рекомендуемых материалов. И вот здесь в разделе «Книги» появился тот учебник, который мы с вами выбирали. Вот ссылки кликабельные, мы можем нажать на эту ссылку и откроется опять вот эта вот страничка, с которой мы и произвели наши действия. Что еще? Куда еще можно поместить? Еще можно поместить в книгообеспеченность. Но давайте этот вопрос отложим до того момента, когда мы в наших учебных роликах рассмотрим вопросы книгообеспеченности. Итак, мы почти полностью просмотрели эту страницу. Ну, ниже идут некоторые рекомендации, какие книжки еще вы можете посмотреть, исходя из статистики посещений электронной библиотечной системы. Наконец мы добрались до самого главного и теперь нажимаем на кнопочку ⁇ Читать ⁇ Посмотрим, что происходит.